しました。すみません。はい、どうも。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。На всех заправках, на всех маленьких магазинчиках такая вот штукенция. Всегда можно встретить такое. Расскажи, Серег, что это? Это оден. То, что разные овощи, разные ингредиенты, которые варятся в специальном супе даши. Скажем, вот это вот дайкон, японская редька. Это треугольнички, порезанное жареное тофу. Вот это такое... Чикула, так называемые, такие трубочки из рыбного, трубочки из рыбного фарша. Ну, это просто тофу. Потом есть всякие шашлычки. Шашлычки такие маленькие, сосиски, это тоже новые. Потом дальше коньяк, там такая серая штучка такая прикольная. А, да. Это делается из корнеплода, который называется коньяк, из семейства рапсовых. Ух ты! Очень, очень полезная для диеты, потому что там море клетчатки и ноль калорий. Ну и яйцо, естественно, да. Потом такие штучки тоже, это вот, тоже, по-моему, типа щумай, то есть там что-то завернуто внутри. Вкусно это все? Так, да, это все очень вкусно. Кстати, кицуны. Когда с похмелья или еще что-то, вот, кстати, вот, кстати, прикольная штучка, это, вот это корни лопуха гобо. Задеты, вернее, то есть продеты тофу, во что-то, да. Типа, да, типа жареного тофу. Здорово. А вот это тоже, вот эта прикольная лапша чиротаки, она делается из коньяку, вот из этого же корнеплода. Это очень прикольная диетическая еда. Полезно. Когда, допустим, после перепоя или что-то, ну, на еду вообще смотреть не хочешь, вот это само то. Ну и рядом всегда альтернатива вот такая, американская жрачка. Соба с селедкой. Соба с каким-то соусом. Соба с яйцом. Потом. Соба с каким-то тоже рыбным. С кицуне срезанным. Кицуне. Это темпура. Это горный. Это стандартное, да? Холодное. Дзару на решеточке, да? Ага. Потом это соба на с горными овощами. И с курицей. Нишин, да, какие? Вот эта белого цвета штука, это картошка. Для это что такое? И в Китае является вообще лекарственным средством. Это вот эта пенка. А вот это пенка, которая снимается с соевого молока. Пенка с соевого молока. Мэйкай. Маме? Маме? Ну да, то есть это делается из соевых бобов. И процесс, когда варится соевое молоко, то сверху получается такая пенка. У нас обычно, когда мы делаем молоко, эта пенка очень такая невкусная, противная и выбрасывается. А когда делается соевое, эта пенка специальным образом очень тонко-тонко снимается. И опять появляется пенка, опять снимается. И потом все это такое слоеное, да, получается, да. И делается очень много разных блюд. А вот. Как называется она точно по-японски? Называется юба. Юба. Да. И Киото очень известен своими блюдами из соевых продуктов разных, из творога и так далее, потому что здесь очень много буддийских храмов. А соя – это основа вегетарианской кухни. В арабе мочи. А, мочи. А, вот такие. То есть вот из этого папоротника орлика делают вот такие вот сладости. Оно похоже немножко на мармелад, только более-более такой мягкий. Орляк, что это такое вообще? Это вид папоротника, который растет на Дальнем Востоке. Ух ты! И вот эта штука, да, из него делается? Дай.
То есть его перетирают, получается зеленая паста вот эта, да? Это типа хрена японского, короче. Это вот и есть васаби. Вот так делают черный чай. Прямо на рынке. Жарят и высыпают. Образчик того, как в одном заведении и удон, и соба существуют. Это разные донбори. Донбори. Топпинг на рисе. Это что-то такое. Это вот отцы и дети. Курица и яйцо. Курица и яйцо. А это? А это шинкодон. Шинкодон. А, оякодон. Это то же самое. А это дзару соба. Обычная соба на решеточке. Это чука соба, то есть соба в китайском стиле. Типа рамена, да? А это селедкой? Это ничин соба, селедка. Вкусная, кстати. Ну и, конечно, сапора пиво. Я говорю, сколько вот такой обед может стоить в России? Я не знаю, рублей 300, наверное. Окей. О! Ого-го. Три вида мне принесли разные. Это что, Серёг? Это овощи, дайкон. Это горные овощи. Сансай. А это? Это что? Дикий картофель. Дикий картофель. Овощи горные. Это даро. Это рис. А это дайкончик. Это тоже дайкончик. А это что за бутылочка? Соус. Это надо быть мастером соба, чтобы такой нож иметь. Отрезал, чуть наклонил. Ага. Оно сдвигается ровно на столько. Пусть это с такими акими остановится, да? Открылось. Сдвигает, да, каждый раз сдвигает? Да. Да, это вот это вот это вот это вот. Все понятно.
душе, я завариваю чай. Чай называется матча. Насыпаю порошок зеленый. А вот здесь кран с кипятком. Мутная.